вдруг не проверили. Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики наших каналов. Сегодня с вами снова я, Домастер. И я, Террасер. Всем привет, ребята. И Винил. И Винил. Всем шалом, ребята. Я хотел вот за Винила поздороваться. Я через мусорские тачки прыгаю. Нифига себе. Челлендж. А что происходит здесь? Прыгни через тачку челлендж, пацаны. Это да, это у нас будет. Но сейчас мы просто приехали и смотрим, что тут происходит. Здесь какая-то облава, по-моему. Они не выпускают никого за границу. В другой город, а не за границу. Ну, границу этого города, этого штата. А что происходит? Ой, к нам бежим, валим. Я не понял, Винил, давай к нам садись. Алло, окей, смотрите, вот он я. Уху, не, бой. Давайте. Я надеюсь, то, что со звуком будет сломалось. Все хорошо, потому что мы его даже не проверяли вначале. Ну, ой, слышишь, что такое? Не останавливаться? Алло, валим. Валим, просто валить. Да, просто валить. Челлендж уедь от полиции. Обогни, по-моему. Я забыл. А что он за нами едет? На 4, ты. Я дожал. Стоять? Нет, едь, алло. Воу. Ты знаешь, как обмануть его? Как? Едь, топи газ, алло, Костя. Так, он пострелять будет сейчас, ты что? Уворачивайся от патрона. Чувак. Сейчас Винил умрет. Топи газ, все, чувак, уезжай. Если за тобой едут менты, знаешь, что делаешь? Чё? Перед поворотом уходишь секунды на 3 в АФК резко, да? Я так не умею, все. Это слишком сложно. Просто эскейп перед поворотом жмешь, машина по инерции едет дальше, они проезжают. Ты выходишь из АФК и резко в поворот входишь. Машина-то потом назад откатывается. Ну, мне кажется, это багаю, за это могут и забанить. Нет, за это не могут. Все так делают. Мы так делали, знаешь, Миш, типа с обрывом. Все думают, что ты с обрыва улетел, а они за тобой, а ты на самом деле хоп, обратно перед обрывом тормозишь. А менты уже на другом стороне реки. А может быть, они тоже прошаренные, такие тоже на эскейп нажали. И потом такие, твоя тактика была лучше, в итоге они отстали. Не, хорошо, экшончик начался вначале сразу такой. Ну да, мы так таки не разобрались, что там было, что там случилось, понимаешь? А что они с нами поехали? Почему он потом стрелять начал? Что вообще за беспредел? Ну, начал стрелять, скорее всего, потому что мы поехали. Там документы, знаешь. Ну, он же вначале попросил, остановитесь, стоять, сказал. Да? Ну? Надо было, наверное, там документы показать ему, что-нибудь еще. Он такой думает, что вы к нему приехали? А что вы к нему приехали, пацаны? Не знаю. Я не знаю, что вы здесь. Просто обижали вокруг так. Да боже мой. Лол. Это называется напали на беззащитного непонятного человека. Это репортер вроде. Так это, да, это репортер. Куда мы едем, Бенил, давай. Нам необходимо велик взять. Знаю, нам нужен велосипед, но туда нам нужно направо. Для челленджа нам нужно. Нам надо в Лос-Сантос, но там облава, поэтому сейчас я скажу, как мы проедем. Да мы сейчас нормально, я прорвусь, чувак, не ссы. Также, ребят, спасибо, кто писали, как не уменьшить чат. Конечно, мне это не помогло, но это работает, я знаю. Да, надеюсь, что у нас со звуком будет все нормально, потому что на самом деле у меня выиграет что-то слишком громкий звук, ребята. Если что, будет уроком. Проверять звук перед каждой записью. Но вообще, на самом деле, я предлагаю такую тему, чтобы людям не ждать. Давайте мы пока... Или что, ладно, через облаву все равно едем, интересно. Ну да, сейчас будет такой экшен. Экшен, да. Возможно, сейчас тот же самый... Ух ты, пожарки две. Их не пропускают. А, вот-то машина, смотрите. Ух, ёб твою мать! Опять стреляют, у нас тачка сейчас... Он не имеет права, потому что он ничего не видел. Вот сейчас он не имеет права стрелять. Давай, вали, Костя! Да я пытаюсь! Откуда парень спереди, чё? Ой, повезло. Просто кто божит? Кто за рулем бог, а? Кто батя? Вот по идее он не имел права стрелять, типа, откуда он знает, что это именно мы? Ну, типа, йоу. Ну да. Это же какая-то просто другая машина. Он же ники не видит, по идее, если по РП играть. Да, он не по РП играл, пацаны, не по РП. Блин, пипец, встретили человека, который играет не по РП на РП-сервере. Еще и на менте, играет не по РП, да. Надо уволить его из организации. В прошлый раз это закончилось не очень, но в этот раз, думаю, все будет хорошо. Ну, нам, смотрите, ребят, уже везет сегодня. Мы два раза ушли от полиции, притом она открывала огонь по нам. А что, слышишь, вы так и не рассказали условия челленджа, алло, вы оба. Условия челленджа побеждает тот, кто перепрыгивает большее количество машин, которые будут стоять где угодно. А мы где-нибудь на вокзале пойдем, да? Ну, найдем сейчас местечко подходящее. Алло, нам вначале я вас натяну. Что ты сделаешь? Натяну вас. Ну, победю. Понятно. Побеждатор 3000, блин. А великов. Великов нет, да. Там вон велик стоит. Один. Но нам одного хватит. Ну окей, нет, нет, он же в аренду, мы не сможем. Да, нет, мы не сможем. Не, мы не сможем. А если его купить? Не, как окей, там в аренду-то я взять, я забыл уже. Рент-кар. А, точно, окей, я один велик могу взять бесплатный на бомж-респе.
А мне что сделать? У меня даже дома нет сейчас. А у тебя какой уровень? У меня уровень 8. 8? Да, ой, мне блин, же восстановили аккаунт после того, как я утратил доступ к прошлому из-за того, что забыл пароль благополучно. Точно. Так, слушай, нам с тобой, Миш, тогда что, пешком, что ли, до Бомжиспы? Алло, Костя, ну ты куда уехал-то? Надо было, Костя, знаешь, что сделать? Ты бы поехал на таксишке, я бы арендовал этот велик, да. А винил бы взял на спавне. Да ладно, ну, пацаны, так арендуй мотоцикл и это, ну, едем хорошо. На мотоцикле. Поехали, так, Миш. Какой Миш, бы мне поехали, взять? Поехали, Миш. А так вон, винил садись, он за бабки свои потратил. А, да? Алло, Миша, поехали. Да, давай. Ну, давайте так сделаем тогда. Короче, нам надо это, я на Бомж-Респе возьму бесплатный велик. Угу. И что мы как будем? Ну, а Костя сядет на... Погоди, как там ускоряться? Вперед жать? А, нет, W же точно жать, точно забыл. W. Я что-то вперед жму, думаю. Давно не играл, Костя, еще... видимо, в сам. Да, давно не играл. Что там, ребят, что вы опаздываете немножечко, нет? А у нас мотоцикл слабенький, ты что, видишь, пердит, у него 50 кубов, 49 кубов. Я Сном 4 забыл снять. Ой, да, ну... я тоже Сном 4 забыл снять. А разве велосипеда тоже Сном 4 да, работает? Да? Работает, да. Фига. О, да, нифига, я снял. Ну, это прикольно. Так, он еще какой-то полицейский, я вижу, проехал. Ой-ой-ой. Винил, давай аккуратнее, ты же водитель от бога, писали в комментариях об этом. Вожу, блин. О, водитель от бога, я помню, как мы с ним 2 года назад сам тоже играли. Вот, и короче, он там все столбы собирал. Так смотри, хочешь я сейчас на переднем вот, сделаю? Когда я, вот смотри, смотрите, когда я за рулем, постоянно от ментов нормально уезжаю. Когда винил за рулем, нас постоянно ловят. Но винил, он как бы в теории. Помнишь, тебя расстреляли, когда винил? На практике уезжает. Вот вы не это, я хороший водитель. Особенно когда столбы каждый собирал. Ну да, это у тебя, блин, постоянно такая фигня. Ребята, а что вы меня решили не ждать, да? А мы будем через таксишки прыгать, да? Ну да, они здесь расположены прям вообще четко. Винил, я остался без водителя. Да? Ну блин, Миш, таксишки тут рядом. Жалко, я не могу эту... А, смотри-ка, я могу сейчас ее арендовать. Да, возьми, арендуй. Сейчас арендую. Там для первых левелов же, нет? Кстати, нет, он про мотоцикл. Оп. Кстати, Костя, у тебя преимущество. Какое? Твой велик прыгает намного лучше. Ой, началось. Ты же говорил, бог там прыжков. Не, ну это да, винил начал отговариваться. Ты винил должен победить при любом раскладе. Так вот я и говорю, несмотря на это, я его натяну. Хотя у него велик прыгает. Так, просто смотрите, получше, ребят, вот такси здесь стоят. Я уже около них. Подъезжайте. Сейчас я подъезжаю. А где они стоят, Миш? Да вот, прямо езжайте. Я вижу, уж перепрыгиваете. Правильно, правильно. Вот, только мне будет сложнее. О, меня... я через этот перепрыгнул, через... А где вы такси? А, я понял, такси в другой стороне. Так, так. Надо разогнаться вот здесь, вот тут вот. Как же мне прыгнуть? И сколько как, машин? Как этот челлендж, как этот челлендж будет называться, ребят, нужно придумать. Car jump... Не, у нас сейчас не car уже, у нас же сейчас этот... Мотоцикл. Bicycle jump car... Bike, не знаю, не flip. Bicycle, точно, bicycle. Ой-ой. Bicycle jump. Car challenge. Короче, о. Миша судья будет тогда у нас, алё. Да, я буду судьей. Миша будет судьей, окей. Давай, окей, Костя, окей. Смотри, вот с этой точки. Давай, сейчас давай, я буду считать давай, машины. Давай. Одна, вторая. Винил первый, да, Винил. Я около пятой встану. Погоди, это не считается, вот как прыгаем, типа, смотри. Вот так по прямой, да? Либо смотри. Либо вот так вот. Ну за финт плюс одно очко. Не, давай без финта. Ну ладно, нет, за давай, финт, давай. Окей. Ну а погоди, одно очко, это типа одна машина плюсом, что ли? Я же финты-то не умею нет, сделать. Нет, просто одно. А погоди, он ни одной машины не перепрыгнул. Так, теперь моя очередь, да? Нет, имеешь в виду, что надо ровно прямо над машинами лететь? Ну давай, да. По сколько? По 4 попытки. Надо ровно над машинами лететь, Винил. Давай, ты первый. Окей. Первые 4 попытки, давай. Давай, Винил, поехал. Под машинами за финты дополнительные очки, да? Так, ну кто-то да. Напомнит мне, как там убирать интерфейс? Очки славы, очки славы, я бы сказал, Винил, давай. Хорошо, все, убрал интерфейс, буду следить за вами. Так, давай, прыгай. Ну давай, я так разогнусь. О, все, фигня. Нельзя сколько по ним ехать, ты приземлился на вторую. Окей, на вторую. Давай, Костя. Че, теперь моя? Да нет, ты 4 раза, потом я 4 раза, не? Ну давайте так, давайте. Я пока посмотрю, что мы просто потом определим. А, просто самый лучший результат. Давайте я буду записывать, сколько у кого очков, и в итоге посчитаем. А, ты одна машина, это одно. Да. Сейчас я. Смотри, то есть у меня сейчас 2 очка, да? Бумажечку. Свои воем, две бумажечку, погоди. Все, бумажечку взял, готов записывать. Давай, так, у меня вот здесь два ставлю очка, B, да? Это типа винил, а здесь D. Если у себя пишу, D мастер. Давай. Винил давай, уже давай. 2 очка есть. Все, давай. Следующий прыжок винила. Вау! Ну ты, конечно, слетел, но в ну, принципе так, по это можно посчитать. Ударил, как пятую. По этой, да? Это пятая. То есть 5 у тебя машин, сейчас да? уже. 5 машин плюс 1 очко. 7. За финт.
Финт? Разве он там был? Там не было такого прям финта. Алло, я вот так вот с поворотом влетел. Ну хорошо, ладно. Устроим винилу сегодня праздник. 6 очков. Винил, пахал геймути, это сейчас тебя бомж отпинает. Он, кажется, не дает тебе там... Да какого хрена? А это арендованный ублюдок. Воу, вот это было классно на самом деле. О, смотри, там на капоте можно заметить, какое приземление. Да это арендованный мотоцикл. Он думает, что это наш мотоцикл, он не может на них уехать. Ну пусть посидит, я им разрешаю. Сколько было? Вот дурак. Так, вот примерно 6. Меня кто-то бьет. Может забьем, а? Миша, это 7 вообще-то. Я вот на эту же приземлился. Какая-то. Ну и куда ты поедешь? Ну, честно говоря, я не знаю. Потому что, как мне показалось, ты приземлился на 6, а дальше ты ехал. Ну, а вот на это я приземлился, вот на это еще... Ну, короче, 5. Не, ну, слушай, я, короче, судья. Ты судью не судью, это, не шути давай. Окей, давай, Винил, 6, так 6. 6, окей, последняя 6. Попытка, Винил. 3 попытки, да, Винил, да, последняя попытка. Сейчас посмотрим, ребят, сможет ли Винил. А ты, кстати, дальше проехал. Так я знаю, я вот возвращаюсь обратно. Да, давай. А то это слишком сильный разгон. Ох ты. Видел, где остановился? Не по идее. Да. Вот. Сейчас я видел. Вот, да, вот где Костя стоит. Я стою 5-6, это 7-я машина была. А моя засчитывается, что ли? Ну, то, что на нее приземлился, значит, ну она да. тоже засчитывается. Ну да, да, да. Машина считается. Блин, да, ну я-то меня... плохо на велосипедах сам покатаюсь, ничего, ребята. Первая попытка у Винила была ужасная. Две машины всего лишь, так что у тебя, Костя, Кость, шансы отличные. Ну, я думаю, Кость, у меня будет... Подскажу. У меня будет две машины или там три, я тебе могу подсказать. Так, Костя, пока не прыгай, секунду. Алло, Костя, я тебе могу подсказать, как повысить это, КПД полета, скажем так. Когда подпрыгиваешь, да? Зажимай в последний момент и в прыжке немножко наклоняй велик сначала назад, а потом вперед. То есть сначала на дыбы его ставь, потом колесом вперед. То есть он так реально дальше пролетит. Ну, посмотрим, понял, посмотрим, посмотрим, посмотрим. У Винила, если что, 20 очков. Почему 20? 2, 6 и 7? Это что, 20 что ли? 2, 6, 6 и 7. А он что, 4 раза прыгал? Да, 4 попытки. А, да? Ну, 4 попытки. А я думал, что 3, ну ладно. Не, 4. У нас сегодня обычно. О, капец, 6, 6 и 7. То есть мне нужно минимум по 6 каждый раз прыгать, чтобы его обогнать, короче. Но это слишком много, слишком много. Ну, давай, давай, у тебя получится. Так, ну давайте, давайте. Ну, Винил-то, блин, профессионал в этих делах, а я-то нет. Блин, не, погодите, 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 погодите. Надо мантру, подключить мантру, короче, сейчас. Блин, мне этот босс сейчас навтыкает, алё, ребят. Да ты иди покушай, здесь бесплатная хавка пока есть. Так я знаю, я хочу посмотреть, как ты это делаешь. Так, 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 ох. Пятое, на пятую приземлился. Пятый, ты, нормально. Костя, вот как мне сейчас видно было, ты слишком рано оттолкнулся. Можно было еще. Да нет, там я была машина, мне кажется, врезался. Ну ладно, пятая есть. Это мне главное, короче, два раза, еще три раза на шестую приземлиться и нормально будет. Да-да-да. Так, погоди, погоди, угу. Так, готовы? Это готово, да, ребят, сейчас будет. Сейчас я будет. Готов считать. Не, погоди, 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 погоди. У меня просто палец болит, неудобно разгоняться, если честно. Ну, ясно, ясно. Оу! Сколько а вот ты куда приземлился? Да, седьмая. На седьмую. 5 класс. Плюс 7, о, класс. У меня есть шанс. Уже 12 есть очков. Шанс. Есть шанс, ребятки, давайте, болейте за меня, поставь если лайк. Если даже ты сейчас по 5 обе прыгнешь, ты уже победил. Поставь лайк, если веришь в Демастера. Поставь лайк, если веришь в Демастера, как бы, да, ребятки, давайте. Ну давайте, ребятки, ставим лайкусики. И также, ребят, пишите ваши какие-нибудь челленджи, которые хотите, чтобы мы в следующий раз опробовали. Мы обязательно попробуем. Ох ты, ни хрена себе. Сколько там было, сколько? По-моему, опять или седьмая, или даже восьмая. Вот, вот здесь там. Вот вроде бы след был, не? Вот тут вот след был у меня. Ну это, конечно, можно все фотофинишем проверять, но давайте напишем 7. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Я 9 машин, стою. Пацаны, 9 да он машин. Он уже победил. Не, подожди. У него уже 19. Да. 7, 7 и 5. Но я просто... Зачем я первую запорол? Вот не, по идее, это было, а по идее 9 машин, между прочим. Ну ладно, ладно, ладно. Там просто у меня след от велосипеда был под конец, там было видно. Мне кажется, Винил просто решил немножечко подыграть Костя. Не, я в натуре первую повторю. Ну сейчас пятую, на пятую приземлился. Так, а сколько у меня очков, сколько у меня очков, Миша? Так, у тебя 24 очка. Костя, Костя, дай я попробую на горном прыгну. 24 очка? Да как ты прыгаешь, то есть он арендованный? Так я арендую, потом ты еще раз арендуешь, он дешевый же. Ну давай, давай, арендуй. Мне просто интересно, сколько я на нем прыгну. Ой, секундочку, можно паузу минуту? Так, ну же, ребятки, продолжаем, да? Почему я сесть на него не могу? Ну-ка, попробуй сесть. Может быть, нужно вначале антренд написать, Костя? Так я написал, да, ну-ка, исчезнет. Встань теперь, Костя. Если я напишу антренд, он исчезнет. Да-да-да, не пиши, Костя, встань теперь. Ну-ка. Ну-ка хотя не, я написал антренд. Ну, а, нет, стоп. Мне пишет car is used, типа, что car уже используется. Смотри, знаешь, почему Миша смог сесть? Потому что ты поменял ренту на новый велосипед, а я не, не поменял, понял? То есть мне нужно сейчас сесть в таксишку, арендовать ее, тогда ты сможешь арендовать... Не-не-не-не-не, чувак. Да.
Чувак, я на Advance играю 2К13. Да, ну, вот это... все поменялось с тех пор, видимо. Ну, короче, победил я, винил Нубас в Самбе. Да, но это соревнования были вполне честные. Ребят, не забывайте писать ваши идеи для новых челленджей. Мы обязательно опробуем что-нибудь из ваших придуманных челленджей. Да, такие дела, такие дела. Так что, Миша, ты что, не будешь соревноваться, получается? Ну, ты винила убил под конец и тебя выкинуло. Я думаю, это хороший финал для нашей сегодняшней серии, ребят. Так что, меня реально выкинуло? Так что, меня винила убил? Там просто велосипед остался один. Я остался один. Был один и остался один. What the fuck? А что, реально винила убил, что ли? Так винил мимо пробегал, так вот это хотел сказать. А я думаю, что мне Север Lost Connection? А мне еще прикольно это выглядело все, потому что велосипед такой проезжал. Приезжает, и вдруг бах, падает. Винил лежит такой мёртвый. Знаешь, как мне это прикольно, я бегу, у меня такой звук в натуре, знаешь, как говно наступили, такой... И всё, короче, как во что-то мягкое такое наступает. Убийство с транспорта запрещено, капец, да. Ну кто ж знал, там я сейчас... Миша стоит, а я переезжаю труп винила, постоянно такие красные полосы остаются, и такой звук... Ну все, я так и назову серию, неудачный байк джамп челлендж. Да вроде все удачно, я выиграл, убил проигравшего, это знаете, просто а был... А я судьей побыл. Это был хардкорный, типа, кто проигрывает, тот платит своей жизнью. Ну да, а что, кстати, реально, винил был сразу же казнен. Да, просто велосипедом причем, понимаешь, это был... Да, это спарк. Это за проигрыш. Да, за проигрыш его этим проигрывать нельзя в наших челленджах, смерть. Опасно слишком. Ты увидел этот уже красный какой-то символ дьявольский начертил, просто виниловой кровью, шинами на полу, он исчез, блин, обидно. Ну ладно, в принципе, это все, дорогие друзья. С вами были The Master, Terracer и Винил. Ставьте лайк вот за такие челленджи, если вы хотите, чтобы их было больше, то... Ну, не забывайте... Пишите. Да, и не забывайте заходить на Advance RP Blue. Мы, кстати, скоро планируем устроить сходочку, да, я пока не скажу. Да, как-нибудь скажем. Как-нибудь просто сейчас каникулы идут, да, и вот мы планируем... Мы подумаем. Да, может быть, получится, мы выпустим на этой неделе много серий, потому что мы хотим на каникулах сходочку организовать. Но если не получится на каникулах, то будет на выход в следующих выходных, скорее всего, да. Но мы еще подумаем, ребята, и смотрите, в следующем ролике мы о сходке скажем. Ну, в следующем ролике сказать об этом. Сходка будет в нашем баре, скорее всего. Но ладно, всю информацию в другом ролике, ребят, давайте. Да, ну а также наши ники вписывайте, если вы первый раз заходите на Advance Blue сервер, то нам придет за это какая-то копеечка, и мы сможем, допустим, лучшие машины, лучшие велосипеды арендовать. Либо устроить какой-нибудь на сходке ивент, и кто выиграет, получит там какую-нибудь большую сумму, да, там, 100, 200, 300 или может даже 500 тысяч долларов. Все для вас, ребята, нам нужны деньги на челленджи, например, для вас, как бы, да. Да, Винил так это сказал, кому-то бы, знаешь, да, но в скобочках нет. Как будто бы все пойдет винилу, винил это все проест, пропьет. Да, пойдет в бар, проиграет, короче, не пьет он воду, да, не пьет воду, ребят, обманывает, все люди пьют воду. Воду пью. Вот, ну, в принципе, на все, дорогие друзья, с вами были Демастер, Терасер и Винил. Спасибо за просмотр этого ролика, подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки и играйте с Нейсант на Advance RP Blue. Ссылочка будет в описании. Ну, а там все, всем удачи и всем пока-пока. Да, ребят, всем пока. Всем удачи, всем пока.